Бита. Круто. Бита — это хорошо. Есть. Так, нет. Зачем эти ключи? Как они меня хотят убить, это вообще? Просто я не сдамся. Ой, как вас... Беги отсюда. Какие вы живучие, а? Бойцы. Я же сказал, что они будут меня забрать. Ну, у вас в баню. Так.
dir gehört hat. Was denn? Можем потом покататься.
Боже мой, прости, я думал тебя схватили. О, Боже мой, ты прости, думал тебя схватили. Пошли, пошли. Давай, проверь тут все. Ну давай я проверю сейчас. О боже, ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи. Да, согласен, психи. Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. О, держи. Хорошее оружие. Ну, давай. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. Угу. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Так. Друзья, привет, вы чё? Слева!
Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. А я думаю, это бред. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Ты чё, ёбнул? Меня нельзя отдавать. Чёрт. Эй, мужик. А, ты освободи. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. Разумно. Где моя одежда? Где мои пистолеты, автоматы? Это что, выбрать лицо, что ли? О! О, Вин Дизель! Вин Дизель, ты как сюда попал? О, нормальное лицо! И веселые, и губы маленькие. Так, ну, так нормально. О, стрижка. Давайте-ка эту стрижку оставим. Так, торс. Какую мы рубашку выберем? Ну, чтоб подмышки дышали. И не без рукавки, уже есть. Так, что там? Ноги. Вот такие нормально. Еще такие. Головной убор. Нахер. Головной убор. А хотя солнце будет печь. Руки. Пусть будет банду. Не, вот эти вот такие хорошие. Так, вызвать. Назад. Все, подтвердить. Все, переоделся.
Так, ну, дружок что-то нам приготовил. Так, кстати, что это тут? Эй! Черти. Сектанты эти, черти какие-то. О, рыбки, рыбки. О, тут даже рыбки есть. Рыбки с музыкой. Есть разговор. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Дач? Я пытался разобраться, что происходит. А меня Серега ТВ. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Да, ты прав. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков. Только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Хорошо. Так, возьмите из сейфа. Ага. Береги себя. Вокруг полно святош. Так. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера психа. Карта. Наконец-то карта появилась. Так. Лопата? О, ку. Ку-ку-ку. Ура. Я могу бить лопатой. Ха. Типа стрельнет лопатой. Нифига себе. Вот они тут намутили. Есть ножи, есть. А, не, у меня их нету. Есть только пистолет. Пистолет. Гранат даже нет. Что там предлагает? Нет. У меня лопата есть хорошая. Так. Да будет свет! Ура, уже день. Смотрите, как офигенно. Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Хорошо. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. Угу. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Типичный Far Cry 4, Far Cry 3. Да, очень похож. Аванпосты — это, помните, Far Cry 4. Острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза. Ну и помоги тем, кому нужна помощь. Как, куда ехать, на чем ехать?
Так. Так. А у меня нет. Отбой. Отбой. Хорошо. Ну что ж, друзья, буду записывать игру завтра. На сегодня, мне кажется, это все. Я хочу немного отдохнуть. Увидимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будем общаться дальше. Всем пока.